наступлением осени световой день все короче, и детям чаще приходится возвращаться из кружков и секций затемно. Чтобы они были заметнее на дорогах, на одежду нужно закрепить световозвращающие элементы. В школе номер 63 прошла акция «Засветись, будь заметен на дороге». Ее цель – призвать пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде и на рюкзаках в качестве маячков безопасности. Они действительно помогают. Это световозвращающий элемент позволяет водителю увидеть пешехода, в том числе и несовершеннолетнего, заблаговременно. Где-то, если в светлых тонах на одежде это 150-100 метров, то со световозвращающим элементом до 300 метров. То есть это помогает водителю заранее увидеть пешехода и снизить скорость. Акцию провели сотрудники госавтоинспекции Самары. Активное участие в ее подготовке приняли общественники. Они раздали школьникам световозвращающие элементы и призвали активно ими пользоваться. Инспекторы рассказали, для чего и как необходимо носить такие маячки. Школьники внимательно слушали сотрудников ГИБДД. Ежемесячно, будем так говорить, ходят к нам сотрудники, проводят с ребятами беседы. И вот то, что сегодня детям раздают светоотражающие элементы, это очень хорошо, потому что вот именно, наверное, нам как раз этого не хватало. Дети очень довольны и счастливы, что вот такое у нас прошло. Статистика утверждает, что очень часто дорожно-транспортные происшествия провоцируют дети, которые бегают вблизи дорог или переходят улицу в неположенных местах. А приводит к этому элементарное незнание правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. Акция «Засветись, будь заметен на дороге» особенно актуальна в преддверии осенних школьных каникул. Елена Чернявская, Максим Гусев. События.